Друзья, привет, это первый уровень, мы продолжаем проходить Blood. Судя по тому, что здесь в новом уровне очень громко, это какой-то очередной завод. Ну как очередной, заводов не очень-то и много было. Но главное, чтобы это не было канализации, потому что ну, канализационные уровни самые такие не очень, в общем, хорошие в плане контента и интереса их проходить. Вроде бы я попал. Так, аж две пушки. Это очень хорошо. Минус. Огненной собаке, наверное, наплевать, в принципе. Единственное, давайте попробуем подорвать это все дело. Не, а здесь ничего не сделать, к сожалению, я думал, взорвется. Но ничего не взрывается. Ну ладно, идем дальше. Нас уже поджидают. Отлично, мы справляемся с ними. Берем динамитик. Так, ну здесь механизм такой своеобразный. Прошли. Так. Ну, я знал об этом приколе, если честно, но не успел среагировать. Сейчас попробуем все-таки. Но вот на последний опять не получается. Так, знаете что? Все-таки вот так вот поступим. Так будет надежнее. Рубильник. Ну давайте нажмем. Так, ну нам здесь не спрыгнуть, да, получается? Ну ладно, значит, таким же образом нам. А слушайте, назад-то сложнее, потому что ты медленнее идешь. Ну, отлично, мы справились. Locked. Так, здесь закрыто по-прежнему. Аптечку я не буду пока юзать. Теперь нам нужно... Так, эти руки реально задолбали. Так, здесь нам нужно... Ух ты, собачки пошли. Они смогут открыть дверь? Слушайте, ну если не смогут открыть дверь... Thank you.
Да, все патроны, как всегда, растратил. Ладно, возьмем вот это оружие. Или Тесла-пушку. Тесла-пушку возьмем. Отлично. Что ж, посмотрим, что изменилось. Да, вот эта вот дверь стала открытой. Совсем неожиданно было. Видимо, сканером засекли то, что идет Калиб. Так, возьму я здоровье. Так, ну теперь-то откройте. Запекся один товарищ. Взяли броник. Так, ну в принципе у меня есть сапоги, конечно, я могу туда прыгнуть. Заценим, что здесь. Не, нам давайте пока что сюда еще рановато. Вернемся в предыдущую локацию. Нужен ключ. Ну да ладно. Тогда все-таки пойдем сюда. Так и быть. Так, здесь кто-нибудь будет? Ну, можно туда, кстати, спрыгнуть. Или динамитика туда закинем. Сюда сходим. Кто это там был? Так, свалился уже. Так, кукла Вуду вступает в бой. Так, еще минус один. Нет, знаете что? Давайте все-таки... Сюда мы зайдем. Так, отлично. Так,
сколько можно добить. Отлично. Очередной толстяк повержен. Ладно, здесь мы пока что еще не все обследовали. Давайте посмотрим, что... за что это отвечает. Что-то мы, в общем, отключили. Вот что. Так, пленные сидят, чудики. Так, здесь ничего нету. Здесь, кстати, аптечка. Почему бы и нет? Возьмем аптечку. Похоже на уровень с Квейком вторым, где опыты проводились над людишками. Так, ладно. Сюда посмотрим, что здесь. Держись подальше, написано. Ключа-то у меня по-прежнему нет. Где его взять, непонятно. Давайте пройдемся, что мы тут отключили. Так, ну мы кругами ходим, если честно. Значит, нам надо назад. Либо мы что-то пропускаем, если честно. Так, это начало уровня, здесь, понятно, ничего нету. Ключа у нас тоже нету. Сюда спустимся. Сюда. Ну, непонятно, короче, что произошло. А, ну вот сюда нам. Все, мы, как всегда, все пропустили. Ой-ой-ой. Ну, это подстава, конечно, от разработчиков. Ладно. Будем знать. Дальше что? Ну, допустим. Очередной монах.
Так, ну одного я здесь вижу. Он снизу. Минус руки. Так, лифт. Там, кстати, еще одна аптечка. Но из-за того, что я прохожу достаточно уверенно, мне, в принципе, она не нужна. Понимаете? У меня соточку аптечка. Впервые так. Так, ну что ж, нажмем. Ну, смотрите, открывается такая штуковина. И что, нам туда, что ли, получается? Я, конечно, могу предположить, что нам туда, но навряд ли. Туда нам. Ну да. Слушайте, может нам реально туда? Давайте попробуем. Да, нам реально сюда, оказывается. Так, главное пройти. Вроде бы прошли. Юзаем аптечку. Минус два монаха. Минус три монаха. Ну, уровень на самом деле прикольный достаточно. Необычный. Теперь нам интересно, куда поднимаемся на лифте. Очередная подстава. Ну, собаки, они тупят на вот этом мостике железном. Это еще из предыдущего уровня было известно. Так, ну, ребус очередной. Происходит. Так, ключик мы получили. Так, ребят, сами напросились. Так, интересно, я туда запрыгну. А, ну хотя можно вот так пройтись. Какой-то большой склад открылся. Ух ты, смотрите, кто там есть. Так, ну
возьмем энергооружие. Потому что псы уже надоели, если честно. Ну и вот она. Горгулья проснулась. Вот что делать? Ну ладно, знаете что? Попробуем. Слушайте, не с привычки она замочила очень быстро. Даже неожиданно. Ну, что-то... Слушайте, что она так мочит-то? Очень жестко. Ладно, давайте попробуем вот этой пушкой. Здесь особо от нее не укрыться. Я предлагаю ее проигнорить. Потому что смысла вообще нет. Знаете что? Ну их нафиг. Эту горгулю. Надо идти дальше. Так. А что мы, собственно, сделали? Вот. Очередные монахи. Да, это конец уровня. С горгулей супер этого боссом не хочется связываться. Это лишняя потеря времени. В принципе, я так понял, что там можно было ништячки собрать с ящиков, но некоторые мы собрали. А на остальные, в принципе, наплевать. Ну, почти всех уничтожили. Давайте дальше посмотрим, что нас ждет. Так, ну надо подорвать это все. Минус. Песики. Да, жизни опять нет, к сожалению. А нам туда можно как-то пробраться? Не, к сожалению, никак. Ну ладно. Ну понятно, все обрушилось. Не, ну так не годится, конечно. Давайте подождем. Так, готов. Но этот откуда стреляет? Так, еще один минус.
Не хочется падать. Так, я вижу монаха. Так, свалился. Сюда хорошо. Ну, сердечко, конечно, внизу. Ну да ладно. Обойдемся. Да, но это расстрел полнейший. Что бы такое взять-то? Так, ну вроде бы чуть получше уже. Ладно, справились и с этим. Жизни почти на нуле. Здесь подобрали хоть немножко. Так, открылась зона. Так, толстячки. Тесла пушка. Ну и второй проход открылся. Так, давайте нажмем еще один переключатель. Еще два механизма. Так, ну а здесь кто будет? Ну, я так и знал, что тут опять будет эта горгулья.
реально, я не знаю. Тут это порой Блад, вот он слишком хардкорный. Если честно. Вот что с ней делать? Вообще непонятно. Ну вот она летает, допустим, да? Ну давайте попробуем, я не знаю. Давайте просто попробуем пробежаться. Что из этого будет? Сюда она проникнет? Так, а ее надо, наверное, все-таки уничтожать. Без этого... Ну да, здесь вообще нереально что-либо с ним сделать. Ну, давайте попробуем. Отлично. Все-таки разобрались с ней при помощи Тесла-пушки. Ну, хардкорный, хардкорный уровень. Здесь-то почему не нажимается? Ничего не пойму. Так, супер жизнь. Понятно, что тут делать, если честно. Вообще не нажимается ни на что. Вот, нажалось все-таки. Но смотрите, 1000 раз нажимал. И что в итоге? В итоге мы поднимаемся. Так, очередная смерть. Ладно, сейчас будем внимательнее. Минус. Тоже минус. Напряжный, напряжный уровень. Так, лестница вверх. Ну, кстати, супер сапоги есть. Так,
200 здоровья, отлично. Так, ладно, а здесь-то что у нас? Очки. Они не нужны, в принципе. Не, давайте спустимся. Там какая-то дверь с ключом. Сюда пройдем, а вот и ключ. Так, жирничек. Минус. И еще раз минус. Ну, какая-то электростанция, судя по всему. Сколько вас здесь? Пойду жизни наберу. Отлично. Так, что-то мы нажали, судя по всему. Так, опускается. Кстати, прикольно, смотрите. Можно вот так вот забраться. Ну, тогда я беру ключ. Почему бы и нет? Так, толстячки, держите. Так, больше здесь ничего нету, да? Ну ладно, идем дальше. Locked. Так, а здесь закрыто почему-то. Кстати, еще один секретик. Отлично. Locked. Ну ладно, если здесь закрыто, то мы, собственно, назад идем. Где у нас лифт был? Где этот лифт? Вот он здесь. Давайте возьмем эту пушку на всякий случай. Ладно. Так, ну нам туда получается. Минус. Так, ну весь вопрос тогда. Окей, здесь мы пройдем, а здесь-то что у нас? Ah!
Ладно, давайте заценим, что все-таки здесь есть. А, ну здесь кукла Вуду есть. И больше ничего, да? Ну ладно. Ну ладно, идем в дверь. Минус. Еще раз минус. Уже привидение. Так, все не успокоится, смотрите. Так, ну пора бы нас отпускать с этого уровня. Уже очень долго мы идем. Так. Не, открывайся. Здесь какой-то хитрый опять механизм. Так, ладно. Четвертый. Так, все красные. Ну, рано или поздно мы справимся с этой задачей. Так, ну почти, слушайте. Так, ну это последний открытый получается у них. Так, последний закрыто, точнее наоборот открыто. Что ж такое-то? Но никак не получается. Давайте так пробовать. Все три закрыты.
здесь будет долго, мне кажется. Ну, надо, чтобы последняя была открыта. Здесь нужно вот так вот делать. Опять последняя закрыта. Ну... ничего тут не сделаешь. Давайте на вторую. Здесь первая. Давайте на третью. Здесь я, наверное, вырежу, скорее всего, потому что это опять механизм, который рандомно решается. Давайте здесь первую. Здесь вот так вот. Здесь третью. Четвертую, допустим. Так, ну, чистейший рандом, то есть я, наверное, вырежу все свои попытки набивать на этих панелях правильный код. Ну да ладно, идем дальше. Так, я вижу там монах. Да уж. Ладно.
Ну и здесь мы справились. Ладно, живем пока. Так, там мостик у нас. Сейчас выйдем, посмотрим. Мостик теперь на эту сторону. Ну что, на этом закончится прикол этого уровня? Или еще разрабы что-нибудь подкинут? Посмотрим. Ну, 6 штук монахов. Куда больше-то, ребят? Вы что, издеваетесь, что ли? Да, пригорает, короче, от этой игры уже под конец. Ну да ладно. Придется это пройти. И сам я свалился в воду. Кстати, здесь может что-то есть? Не, ничего нет, к сожалению. Может, патрончики какие-то. Вот динамитик я вижу. И то ладно. Пушка, Тесла. Заряды тоже неплохо. Не просто так поплавал. Здоровится, кстати говоря. Больше ничего тут нет. Ладно. Только единственное, мне опять стоит его повернуть, этот мостик. Иначе не запрыгнуть. Посмотрим, кто здесь остался. Так, ну здесь вроде бы никого. Здесь давайте проверим. Так, отлично. Еще раз минус. Здоровье. Аптечка. И здоровье. Отлично. Сейчас бы еще выход найти. Ну, сволочи, а. Смотрите. Они просто на опережение бьют, и здесь ничего не сделать. Абсолютно. Да, что разработчики дают жару. Ладно, сейчас посмотрим. Возьмем здоровица. Ну, они с двух сторон, смотрите. Такой. Так, ладно. Что бы такое придумать-то? Ну, во-первых, здоровье. Так, ну минус, конечно, но толк-то.
можешь подниматься? Ну что за прикол-то? Ну ладно, сохранимся. Так, посмотрим, что тут у нас. Здесь что у нас? Так, ладно. Очередной склад. А здесь тогда что? Ну это назад. Вход. Не очень хочется. Ладно, тогда пойдем на склад. Что тут интересно на складе у нас творится? Ну и приколы, конечно. Ну вот кто знал. Ладно, минус. И жизнь взяли. Все не так уж плохо. Но опять он на опережение бьет. Здесь уже ничего не сделаешь. Полюбуемся красотами. Смотрите там. Что-то даже есть. Огромное пространство. Прикольно. Ладно, идем дальше. Так. Ну, я надеюсь, это уже последний противник на этом уровне. Потому что сколько можно-то уже? Нет, конечно же, не последний. Конечно же, не последний. Ну вот как-то так. Не знаю, как еще с ними справляться. Тесла-пушка, наверное, можно было. Ну ладно. И так хорошо справились. Ну еще по хардкору выпустили, конечно. Ну давайте. Что там, будет большая горгулья? Сколько же можно? Тысячу монахов давайте. На большой высоте, смотрите. Мне даже интересно, а что тут у нас? Ну ладно, ничего вроде. Какая-то дамба. Ну это электростанция, понятное дело. Получили мы ключ. Ну и что, ради этого мы шли? Не совсем понятно. Ладно, здесь точно ничего нету. Слушайте, а здесь есть что-то? Давайте попробуем пробраться туда. Так, не знаю, куда мы попали, если честно. Угу. Ну и зачем? Вопрос. Непонятно. Ладно, теперь будем искать нужную дверь.
если, конечно, найдем. Судя по всему, нам все равно назад. Все пути ведут именно назад. Другое дело, где нужная дверь? Вот это не совсем понятно, конечно. Здесь мы, собственно, были. Здесь понятно, мы понаоткрывали все. Ладно, давайте еще раз попробуем. Повернуть мостик. Допустим. Что дальше? Ну, мы опять на плотину пошли. Здесь ничего нового нету. Все абсолютно. Ладно. Ну давайте сюда, что ли, прыгнем. Что у нас тут? Ну, допустим. Так, ну а здесь что? Так, сердечко. Здесь быстрое течение. Здесь мы не знаю, были или не были. Я уже запутался. Непонятно. Слушайте. Не знаю даже, были или нет. Давайте поднимемся, посмотрим, что здесь. Но это начало уровня, да. Это начало уровня. Мы дошли до сюда, как говорится.
вопрос, зачем? Где эту дверь искать? Давайте по карте посмотрим. Но по карте я ничего не вижу пока. Так, здесь. Здесь тоже ничего нету. Здесь механизм. Так. Ну а где, собственно... Здесь почему-то не работает. Да уж. Так, ну, собственно, мы сюда зашли, да? Здесь мы гарголи убили. И поднимаемся на лифте. Но опять же таки, видите, никаких дверей тут нету. Так, может здесь что есть? Но здесь ничего нету. Так, ну здесь все понятно, здесь дверь. Здесь больше ничего нету. Идем сюда. Здесь тоже все зачищено. Но опять нам придется двигать мостик. Ну что-то в плотине, скорее всего, надо посмотреть. Единственный вариант там. Потому что, ну, больше вариантов вообще нет. Взяли ключ для чего? Зачем? Никаких ходов тут нету. Здесь было 1000 монахов. Locked. Ладно, идем опять на плотину. Что делать?
ладно, давайте сюда нырнем. Уж не знаю. Взяли мы ключи, что дальше? Вообще непонятно, если честно. А если мы сюда упадем? Что будет? А вот что будет. Вода поднимается. Ну, слушайте, если это решение уровня, то до этого вообще было невозможно догадаться. Вот честно. Не, конечно, разработчики молодцы, но иногда так запариваешься в это разгадывать, что они хотят сделать, какую задумку. Ну теперь понятно, нам теперь сюда надо, в эту пещеру. Здесь, наверное, конец уровня, скорее всего, да? Ключ, понятное дело. Ну что, опять горгулья будет? Ну, наверное, уже это финальный раунд нас ждет. Посмотрим. Всех зато убили. Ладно, на этом мы все-таки закончим наше прохождение. Следующий видос, наверное, уже будет битва с боссом этого эпизода. Немножко затянулось данное прохождение этого уровня предыдущего с плотиной, но знаете, хорошо, что хоть прошли, потому что, ну, решение было такое своеобразное, конечно. Ладно, всем увидимся, пока-пока.